В рамках празднования Дня города светлогорские спасатели подготовили для горожан показательные выступления. Одно из них зрители наблюдали у колокола. По легенде, злоумышленники, ехавшие с места преступления, врезались в автомобиль, перевозящий опасное химическое вещество. На место происшествия прибыли сотрудники милиции и РОЧС. Первого злоумышленника задержали без особых усилий, а вот второму понадобилась помощь. Он оказался заблокирован в автомобиле. Используя специнструмент, спасатели освободили преступника и передали сотрудникам милиции. К месту работ подносится аварийный спасательный инструмент. Пострадавшему в аварийный автомобиль проникает спасатель для обеспечения защиты пострадавшего от вторичных факторов поражения – стекло, пластик, металл. С помощью бензореза осуществляется резка дверных петель. Перекусится крыша автомобиля. Данный инструмент может перекусить металлический прут диаметром 32. Пострадавший извлечен и передан работникам милиции. На месте проведения работ по ликвидации дорожно-транспортного происшествия произошло загорание разлившегося бензина. Но на месте ликвидации ДТП загорелся бензин, для тушения которого спасатели использовали пену. После этого произошла утечка опасного химического вещества из-за механического повреждения цистерны. Сотрудники химической и радиационной защиты и с этим справились безупречно, наложив на место повреждения бандаж. Струю воды для осаждения паров. Личный состав проводит работы по наложению бандажа на поврежденный участок цистерны. Стоит отметить, что все сотрудники отлично справились со своими обязанностями и показали прекрасный результат. Далее действие переместилось на набережную. Здесь, по легенде, двое ребят плыли на лодке, которая резко перевернулась. В результате они оказались в воде, но им на помощь выдвинулись спасатели, которые вплавь добрались до одного из потерпевших, а другому оказали помощь сотрудники освода. Ситуация обеспечена спасательным доской, которая предназначена в том числе и для проведения спасательных работ со льда. Плавательными костюмами. Защиты и самостраховки при помощи специальной веревки начинает. Работники спасательной станции освода моторной лодки. Еще одного пострадавшего, оказавшегося на противоположном берегу, которому неожиданно стало плохо, транспортировали с помощью лодки. На берегу ему была оказана квалифицированная помощь. Речицкий РОЧС представил и продемонстрировал возможности нового автомобиля газоводяного тушения. Струя воды из автомобиля буквально сносила все на своем пути. Было видно, насколько эта машина мощная и как она может облегчить работу спасателям. А появившаяся над водой радуга вызвала восторг у детей. Шоу стронгмена и пауэрлифтера, рекордсмена книги рекордов Гиннесса Кирилла Шимко, собрало много горожан и гостей города. Ведь не каждый день можно наблюдать вживую, как человек тянет автобус, заполненный детьми, гнет подковы и сковородки на глазах у удивленных зрителей. Yeah.